Всем привет! Меня зовут Карина, и я репетитор по игре на фортепиано уже более 15 лет. Этот плейлист создан в первую очередь для моих учеников, с которыми мы занимаемся лично. И эти видеоуроки будут как помощь им в выполнении домашнего задания. Тогда они смогут более качественно выполнить его без каких-либо ошибок, потому что в этих уроках я комментирую, как правильно, на что обратить внимание, как поставить руку, какими пальцами, какими штрихами, какие-нибудь шуточки-прибаудочки. В общем, все, что у меня есть в арсенале за эти 15 лет моего репетиторства, я отдаю с тем, чтобы человек быстрее научился, не просто быстрее, а качественнее, чтобы это был, ну, прям вот продукт такой хороший. Обучился, и тогда наш процесс обучения ускорится в разы. Если вам эти видеоуроки будут полезны, я буду очень рада. Лайки, шмайки, подписки, все это приветствуется. Также хочу сказать о том, что я никогда не знаю, каким будет следующий видеоразбор, потому что композиции выбирают мои ученики. Я никогда не влияю на их выбор, они сами хотят, и мне в кайф, когда им в кайф. То, что они хотят, то они воплощают. Вот. Ну, пожалуй, и все. Поехали.